Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на видеообзоры от Паблита. Сегодняшний мой гость – универсальное налобное крепление от известного производителя баллистических шлемов в Украине – компании U-Arms. Давайте познакомимся с ним поближе. Что из себя представляет данное изделие? Это изделие, изготовленное методом отлитки из стеклонаполненного пластика. Сделанное изделие с учетом геометрии шлемов Ач, Мич и Тор. И благодаря своей геометрии, вот оно позволяет разместить на баллистических шлемах или на спортивных, или на защитных приборы ночного видения, или термовизоры, или камеры GoPro или фонари со специальным адаптером. Крепление легкое, крепление очень доступное, в зависимости, в отличие от зарубежных образцов, вот вы не почувствуете разницы в покупке шлема с или без этого крепления. Вот, поставляется в комплекте с винтами, может быть черного, тан цвета или фолианж грин. Чтобы установить его на шлем, вам необходимо лишь просверлить три дырки и использовать винты с идущие в комплекте. Вот вы видите, шлем американский, оно становится идеально. А сейчас я вам покажу, как выглядит изделие, защитный шлем с установленным на него вот этим вот налобным креплением. Также все четко, все аккуратно стало, все прочно. И теперь на защитном шлеме мы можем установить камеру, фонарь или ночник или тепловизор. Поэтому, если у вас есть необходимость в закреплении вышеуказанных приборов, обратите внимание на изделие от U-Arms. Оно очень качественное и доступное по цене. И очень приятно, что уже не надо заказывать вот такую вот деталь из-за рубежа. Оно есть у нас практически под боком. Более детально об изделиях от U-Arms я расскажу в своих обзорах. Читайте блог, подписывайтесь на видеоканал и покупайте лучшее. Всего вам самого наилучшего и до новых встреч!